24 июня. Давно я вам не снимала видео. Покажу, что у меня есть. Посадила коллизию в кашпо такое. Драцена. Виолу посадила. Такой тоже кашпо. Гацаню. Наконец нашла время. Чуть-чуть ее рассадила. И вон эти. Вот тоже будет скоро стрела и бутончики. Вот такой Easy Wave. Смотрите, какой красивый петунья горшочек. Вот это тоже такая красоточка. Здесь вот, видимо, попала вода. Немножко, видите, свернулась. Ну ничего. Так. Вот, смотрите, какой кустик. Да? Нравится, нравится петунья. Тоже тратисканция. Видимо, дошла до циона. Встретила корнями цион и понеслась. Калибрашечки тоже. Хороший кустик. Вот калибраху. Малышки. Дельфиниум удивительно. То ли я что-то перепутала. У меня два дельфиниума. Один белый, другой фиолетовый. На улице фиолетовый. И вон там тоже фиолетовый. Я что, думала, выгорела, а потом поняла, что это два сорта. Так, ну тоже какая, смотрите, традисканция. Интересная. Это у меня маточник, на который я никак не доберусь. Вот такого малинового цвета пеларгошечка. Это с того года у меня остался маточник. Надо сейчас... Ну, надо, конечно, все надо всем заняться. Так, это алисум однобокий. Алисум однобокий. Так, вербена. Вербена. Смотрите, какая петунья. Какие микрозвездочки. Это, конечно, так мне нравится. Шифлера есть. Вот шифлера. Шифлера домашний цветок. Очень такой тоже. Интересный, вырастает. Дома держать. Без хлопот. Моя черная петунья. Красавица моя. Это королевская пеларгония. О, распустилась бегония. Ох, какая бегония распустилась у меня. Это клубневая коллизия. Посмотрите, какой цветок, какой горшочек. Очень приятный. И в подарок, и домой очень приятный. Зебринки еще одни. Вон еще у меня там кустик. Это я тут не была сколько дня? 3 дня не была. Мои мужчины все тут поливали. Смотрите, томат бедный. В каком объеме? Вот это не Оля, это издевательство. Смотрите, и набирает кисть. Ой, да еще и пасынки. Сейчас я куда-нибудь воткну. Смотрите, у меня расцвел портулак. Посадила я его зимой. Надо его... Открытый грунт. Смотрите, как красиво цветет. Неожиданно. Я первый раз сажала портулак из семян. Так. Махровые петунии. Вот, я говорила вам про дельфиниум. Такого фиолетового цвета. Коллизия. Еще коллизия. Так, и у меня зацвела ауберция, по-моему, так. Сейчас покажу. Дойду. Вот у меня сколько. Вот, смотрите, как что-то вдруг смесь. Какое-то что-то. Я не знаю, почему так. Либо переопылилось, либо солнце недостаточно. Маточник один, а цветок, смотрите, отличается. То есть вот одна коллизия,
розовое и вот другое. Видите, с зелеными прожилками. Тоже такой вырывается из помета. Пеларгошки алого цвета. Так, как мне пройти? Калибрашки. Так. Петуния. Думаю, что это изи вейв. Надо ее постричь. Наперстянка. Ой, не наперстянка. Забыла. Так, кто-то у меня собрался здесь из хризантем цвести. Не дождутся они, чувствую, когда я их начну черенковать. Уже всеми силами. Ой, ух ты! О, видали? Каждый сам себе найдет укоренение. Овсяница. Комар меня кусает. Овсяница нашла, где подпитаться. Стоял с петуниями на черенках, видите, и просочились. Ну, конечно, корешочки. Скажешь, когда Олю эту дождаться? Так что вот так. Есть такие у меня еще маленькие коллизии, череночки. А вот ауберцы. Смотрите, это многолеточка. Вот белые цветочки. Посадила их в открытый грунт. Тоже мне так симпатичен растут. Так что вот такие новости подрастешина. Я вас всех с утра приветствую.